Sí, protesto. Заботиться о стране, как о больном ребенке, вылечить от бедности и насилия, которые заставляют людей массово покидать Сальвадор, обещает новый лидер Центральноамериканской республики. Наиб Букеле, победивший на президентских выборах в феврале, официально вступил в должность главы государства в субботу. Наша страна как больной ребенок, все мы должны о нем заботиться, а еще принимать горькое лекарство. Нам придется чуть-чуть потерпеть, будет немного больно, но мы должны нести ответственность за страну, сплотиться и продвигать вперед наше чадо, часть нашей семьи, государство Сальвадор. 37-летний Букеле, экс-мэр столицы, представляющий оппозиционный Большой альянс за национальное единство. Он стал самым молодым президентом в новейшей истории Сальвадора. Надеюсь, это правительство будет работать в интересах народа, а не только своей партии, о чем сегодня говорил сам Букеле. Новому президенту в наследство от предшественников досталась страна с высочайшим уровнем преступности, в которой треть населения живет за чертой бедности, из-за чего каждый день в среднем 200 сальвадорцев уезжают в США.